это Гришин убегал. Виталий Гришин убегал и, в общем-то, хорошо набрал ход и, в принципе, мог выйти на ударную позицию, а, может быть, приблизившись к штрафной, уже и собрался бы и ударить по воротам. В такую погоду удары с такого расстояния, да даже и более дальнего, более дальние удары представляют все время опасность для голкипера. Так, штрафной. Ну что, где Ролан Гусев? Ну, забейте, ребят, гол, так сказать, повеселей будет. Ну-ка. Опа, удар. Все, гол, 2-1. Гости уважили. Гусев забил, 2-1. Справедливо заработанный штрафной. Прекрасный удар Гусева, лидера команды, блистательного игрока. И сыграет «Динамо», можно ходить просто на игру. Смотреть на игру Ролана Гусева. Смотрите, как здорово он закрутил. Опытнейший плод. Классный гол.